В Усть-Каменогорске бывшее общежитие сделали образцово-показательным домом. Его жильцы вышли из состава КСК. За счет собственных средств заменили кровлю, систему водоснабжения и канализации. Из подвала сделали спортзал, а над подъездами повесили светодиодные лампы. На благоустройство многоэтажки старшие по подъезду ежемесячно собирают около 1000 тенге поквартирных взносов. По мнению местных жителей, такая система намного выгоднее государственного коммунального хозяйства. Домоуправленцы сами решают, когда и что ремонтировать, и какие работы являются первоочередными. Сейчас КДМ наш не платит налоги, мы работаем только на себя. У нас идет с квартиры, с полуторки идет 1100 тенге, с двухкомнатной 1700 тенге, 1700-1800. И вот этих денег вполне хватает, чтобы у нас обеспечить какой-то задел, что-то закупить, раз сделать, и которое на 5, 6, 7, 10 лет простоит.